Эдди, мне страшно. Милая, все будет хорошо. Мне плевать, что там написано в их бумажках. Ты моя жена. Я так тебя люблю. Я тебе клянусь, если проиграем, я порежу судью. Ты что, притащила с собой бритву? Ага. Нас же обыскивали на входе. Куда ж ты ее засу... Возьмет наше дело? Я не хочу сглазить, но думаю, да. Обалдеть, ты слышал, Джонни, у меня еще есть шанс! Вот это да, это надо отметить. Ну что, сделаем как обычно? Да, пойдемте испортим кому-нибудь стендап-шоу. Точняк! Для начала нам нужно историческое событие. Назовите любое. 11 сентября. Ладно. Лучше что-нибудь другое. Давайте начнем с человека. Робин Уильямс. Ясно. Давайте, серьезно. Назовите имя. Робин Уильямс, 11 сентября. Так, понятно. А мы вас уже слышали. Давайте дадим возможность этой половине зала. А может, начнем с места? Назовите любое место. Редакция Шарли Эбдо. Так, в самом деле, сэр, назовите любое место. Фергюсон, Миссури. Немецкие авиалинии. Ладно, а кто сказал Starbucks? Никто. Не говорил никто Starbucks. Итак, Starbucks. А теперь кто зашел в Starbucks? Майкл Джей Фокс в наше время. Что ж вы за изверги-то? Шути давай, бездарь. Сколько можно тебе накидывать? Так, банок я не нашел, но там в амбаре куча всего интересного. Смотрите, что я нашел. Ковбойскую шляпу, ружье и гитару. Ты с ружьем-то осторожнее. Да не дрейфь, оно не заряжено. Давайте, жмите! Еще немного! Ногами упритесь там! Получилось, силачи! Господи! Слушайте, а ну калитесь! Вы вчера только целовались или еще и пальцы работали?